Привет всем! Хочу рассказать о своем мобильном телефоне Nokia 301 Dual SIM на 2 SIM-карты. Это уже будет мой второй рассказ об этом телефоне. Первый рассказ я проводил где-то 2 месяца назад. А вот как же повел себя телефон за это время, как же он себя зарекомендовал, обо всех его достоинствах и недостатках, я хочу рассказать вам сейчас. Ну, давайте начнем, наверное, с корпуса телефона. Ведь, как видите, у меня белый цвет, я его выбрал. Вот. Мои сомнения по поводу того, что, значит, это будет марки и цвет, в общем-то, не оправдались. Пластик не марки, он не мажется. В общем-то, я канцелярский работник, каких-то там особых загрязненных условиях телефона у меня не был. Поэтому всегда он чистенький, всегда он беленький, то есть опасаться здесь нечего. Вот. Ну, значит, матовая поверхность, она делает не такими видимыми потертости, царапины, что тоже, в общем-то, радует. Ну и надо помнить всегда о том, что, в общем-то, пластик есть пластик, то есть царапины возможны, и нужно, естественно, как можно больше корпус от этого оберегать. Какое-то попадание грязи куда-то, что-то, в общем-то, ну, у меня это не оправдалось, не произошло нигде ничего, поэтому по корпусу претензий как таковых нет. Телефон у меня не падал, не раскрывался, нигде ничего не происходило. Ну и по-прежнему осталось, в общем-то, как вот в первом обзоре я отмечал удобство расположения телефона в руке. В принципе, то же самое и сейчас. В общем-то, также удобно. Также, в общем-то, хорошо в руке. Привычка, выработанная привычка к удобству телефона, то есть она осталась. То есть, да, привычное удобство, вот так вот можно правильно это все назвать. Вот. Значит, ну, по поводу аккумулятора могу отметить следующее. Значит, аккумулятор полностью отрабатывал себя и выходил на полный режим где-то примерно, ну, 1,5 месяца. Вот, скажем так, вот тогда он прошло 1,5 месяца, и он заработал без каких-либо перепадов, без каких-либо сбоев, все четко, все хорошо, все нормально. Сейчас уверенно, совершенно такого вот напряженного графика, он у меня может выдерживать 3 дня. 3 дня, то есть большое количество звонков в рабочем режиме, ну а в легком таком, как я его называю, семейном режиме. Ну, может быть, и 4, и 5, и 6 дней. Ну, все будет зависеть от количества, естественно, звонков. Вот. Меню телефона довольно-таки разнообразное. Меню телефона обширное. Сразу скажу, всеми пунктами меню я не пользовался. Вот. То есть, да мне это не нужно было. В принципе, я пользовался вот всей верхней строчкой. Это календарь, это контакты, это музыка, фото, естественно, сообщения. Использовались мною параметры и дисплей SIM. Ну, то есть, ну, это понятно, что без этих функций пользоваться телефоном практически невозможно. Все остальные интернет-функции мне были, в общем-то, неинтересны. Ничего особенного рассказать я о них не могу. Вот, в принципе, интернета хватает мне и дома. У меня и ноутбук, и все что угодно есть. Поэтому как-то не было такой необходимости. Вот. Ну, отдельное вот хочу отметить меню Bluetooth. В общем-то, оправдало оно себя. Вот как в первом обзоре я его, в общем-то, положительно о нем отзывался. Так вот уже спустя 2 месяца такие же положительные отзывы о меню. Такое же быстрое соединение с компьютером. Все, в общем-то, нормально. Передача информации происходит довольно-таки быстро. Загружаются и фото, и видео, все достаточно тоже быстро. Но отражение таких вещей, как смс там, или чистка телефона, или контактов, ну это вообще практически моментально. То есть, ну, каких-либо претензий нет. Ну, одно, что, конечно, как в первом своем ролике, так и сейчас могу отметить, что жаль, конечно, что производители только предусмотрели Nokia PC Suite для меню Bluetooth, то есть одна только Nokia программа работает, совмещена с этим телефоном. Nokia Suite более интересная программа, почему-то ее не совместили с этой моделью. Ну что, будем работать в Nokia PC Suite и дальше. Может, со временем появится возможность работать и в Nokia Suite. Вот, ну, далее, ну, режимы, понятное дело, я использовал, будильник тоже использовался, видеокамера, ну, вот о камере могу сказать несколько слов. Камера уже, как указывает производитель, 3,2 пикселя, вот здесь можно увидеть на экране.
Значит, ну, как, в общем-то, стал я ее использовать для копирования документов. Вот сам для себя открыл недавно такую вот функцию возможности использования. В одной организации мне нужен был документ, но мне его никак не хотели давать на руки, даже не дали до ксерокса с ним сходить. Ну и пришлось копировать его, именно фотографировать, не копировать, а фотографировать телефоном. Первая попытка была неудачной, потому как попытался снять весь документ в лист формата А4, то есть обычный стандартный лист. Воспроизводился он не очень хорошо, потому как шрифт был мелкий достаточно. Но пришлось вернуться по второму разу, потому как фотоаппарата у меня нет. Вот, видеокамеры тогда еще тоже не было, я недавно приобрел. Вот, поэтому снимал опять же мобильным телефоном, только снимал я теперь лист в два приема. Вначале снимал верхнюю часть листа, потом снимал нижнюю часть листа. Да, и вот таким образом все воспроизводил у себя на экране монитора. Все воспроизводилось довольно-таки прилично. Вот, все можно было читать. Ну, скажу сразу, качество было не супер там каким-то. Даже любая мыльница, наверное, сняла бы лучше. Понятно, что все-таки 3,2 мегапикселя, нужно понимать, что это такое. Это не 10 и не 12. Но, тем не менее, документ смог обработать, то есть все это получилось. Недавно прошли, совершенно недавно, отчеты годовые. Сейчас у нас февраль месяц, вот в январе я уже закончил все отчеты. Там тоже была масса стендов, масса информации, которую нужно было со стендов переписывать. Ну, естественно, ничего я этого не делал, тут же достал фотоаппарат мобильного телефона, так, и мобилкой все снял. Вот, на стендах обычно все крупным шрифтом напечатано, там снимать вообще все хорошо и удобно. И дома все это в компьютере нормально, без ошибок, заполнил все ведомости, все документы и все вовремя сдал. То есть, ну, вот такая вот функция интересная. Еще я заметил, что люди, в общем-то, используют довольно-таки часто для съемки товаров в магазине. Вот когда что-то хотят приобрести, вот просто достают мобильный телефон и щелкают. Да? Дома потом это все можно на компьютере нормально просмотреть, нормально увидеть. Ну, в принципе, стал этим пользоваться и я. Раньше я как-то это вот не использовал. Но вот были телефоны с фотоаппаратами. Ну, почему-то эта идея пришла именно вот с этой моделью телефона. Ну, почему-то так случилось. Да, ну, рекомендую вам этим пользоваться, этой функцией. Вот, я так думаю, что все это, в общем-то, вполне приемлемо. Калькулятор довольно-таки примитивный, как и во всех, в общем-то, мобильных телефонах бюджетной версии. Вот, в общем-то, нужно, однако, пользуясь этим телефоном, все-таки понимать, что телефон до $100 стоимости, он не будет иметь каких-то там супер выраженных функций. Не будет иметь он там 10-мегапиксельной камеры, ну и так далее. Ну и тем не менее, то, что сейчас представлено в этой модели, в общем-то, Nokia, как всегда, оправдала себя. Сама фирма осталась в очередной раз, как мне кажется, на высоте. Вот единственное, что вот меня просили отметить по проигрывателю, не удалось мне все-таки найти воспроизведение музыкальных файлов. Я их воспроизвожу всегда с карты памяти. Вот, то есть нужно входить в каждую мелодию отдельно, да, то есть вот у меня есть набор мелодий, я не могу их воспроизводить одним файлом, то есть запустить и положить в карман и забыть, и они сами по себе там будут меняться, да, вот приходится каждую мелодию вводить отдельно. Вот, ну и так далее, вот, то есть чтобы следующее что-то воспроизвести. Вот несколько слов могу сказать об экране. Экран себя повел, в общем-то, достаточно тоже неплохо. На солнце, в солнечную погоду было все видно. То есть снег, солнышко вокруг, ярко все было достаточно. Света много, и тем не менее ничего, все я видел на экране. Но если еще и рукой прикрыть, так вообще все замечательно видно было, хорошо. Вот, ну, что могу сказать в конце концов об этом телефоне? Приобретайте, то есть я не жалею о покупке. Многие люди, которые приобрели, пишут положительные отзывы о нем. В общем-то, многие довольны. Бюджетно, недорого.
качественно весьма. Связь хорошая, никаких проблем в связи я не ощущал. Ну, единственное, что когда выезжаешь за город, там, где уж совсем, где прием плохой, ну, там, да. Там, понятное дело, что где-то как-то связь ухудшалась. Ну, а в целом рекомендую аппарат, то есть не думаю, что пожалеете. Спасибо за то, что были со мной. Это короткий промежуток времени. Делайте ваши покупки, смотрите обзоры в интернете, и пусть ваши покупки вас радуют. На этом спасибо большое. Подписывайтесь на мой канал, будут еще и другие интересные видео. Всем спасибо за внимание. До свидания. Так это небольшой, ну, большой. Эти без.